Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим яркий, красочный, красивый салат светофор. Сразу же хочу сказать, что вариантов этого салата очень большое количество. Я вам хочу показать свой любимый вариант с копченой курочкой. Будет очень вкусно, поэтому проверяем подписку, ставим лайк и погнали! И нам понадобится курица отварная или копченая. У меня бедрышки 350 грамм. После того, как мы снимем кожу и удалим кости, чистого филе останется 200-250 грамм. Немного сыра, грамм 50. 5 яиц, огурец весом 150 грамм и перец тоже грамм 150. Так как у меня такой огромный, я возьму ровно половинку. Для заправки возьмем майонез 50 грамм, горчица 5-10 грамм и зубчик чеснока 3-5 грамм. И совсем немного соли, так как большинство ингредиентов у нас уже содержит соль, то нам понадобится буквально 2 грамма. Салат готовится очень просто, поэтому начнем с самого сложного. Отварим яйца. В горячую воду помещаю яйца и отправляю их варить ровно 8 минут. Не переваривайте яйца, иначе они будут покрываться внутри желток таким зеленовато-серым некрасивым цветом, что выглядит не очень аппетитно. Ну а пока яйца варятся, мы помоем огурец и перец и натрем сыр на мелкой терке. Овощи помыты, сыр натерт, а время еще есть, яйца довариваются. Приготовим заправку. Смешиваем майонез, горчицу и натираем туда зубчик чеснока. Ну вот и яйца доварили. Готовим ледяную баню и отправляем яйца туда. Если еще разбить каждую шкарлупку ложкой, то чиститься они будут еще легче. Отправляем яйца в сторонку, пусть остывают, а мы займемся курочкой. Нам нужно отделить филе и порезать его небольшим кубиком. Теперь приступаем к нарезке овощей. Нарезаем мелким кубиком. Теперь чистим яйца и делим их на желтки и белки. Белки нарезаем и отправляем к курице, а желтки натираем к сыру.
Теперь смешиваем желтки с сыром, половину отправляем к курице и яичным белкам, туда же отправляем заправку и перемешиваем. Укладываем салат на блюдо в форме полежка и оформляем. Один край зеленый, серединку желтую и второй край красный. Салат готов? Давайте пробовать! Самое интересное, что если вы любите перчик, можете наложить себе салат с этого края. Если вам больше хочется свежего огурчика, то с другой стороны. Ну а если вы вообще не любите овощи в салатах, то берите с серединки. Ой, салатик нежный-нежный. Копченая курица. И такая пикантная заправочка. Отличное сочетание. С перчиком. Более сочный, свежий. Но копченая курица с перцем сочетается чудесно. И с огурцом. Курица и огурец – это вообще классическое сочетание во многих салатах. Ну, конечно же, он очень вкусный. И какой красивый. Вот такой яркий, красивый и очень вкусный салат мы с вами сегодня приготовили. Удивляйте своих гостей, радуйте своих близких, а фотоотзывы присылайте мне ВКонтакте. До новых вкусных встреч! Пока-пока!